Евгений Цуркин открывает счет медалям белорусских спортсменов, завоеванных на летней всемирной универсиаде. Наш пловец стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем. Мужская эстафетная четверка заняла 6-е место в финале 4 по 100 вольным стилем. Гимнаст Василий Михалицын пробился в решающее состязание в упражнении на брусьях. В квалификации белорус набрал 4-ю сумму баллов. После первого дня Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям сборная Беларуси занимает 4-е место. Команда выступает без двух лидеров, травмированы Андрей Кравченко и Эдуард Михан. Главная задача – сохранить место в высшей лиге. По итогам турнира элитный дивизион покинут сборная, занявшая 7-е и 8-е место.